Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. И я принимаю участие в проекте Whole World с 2013 года. Сегодня ролик будет о базе знаний. Мало людей, которые знают про базу знаний. Вот как в нее зайти. Нажимаете три полосочки и заходим в базу знаний. Вот как выглядит база знаний. Вы здесь можете написать свой любой вопрос и нажать кнопочку «Найти». Главное меню. С чего начать? Презентация Whole World и начало работы. Шаг первый. Регистрация аккаунта. Шаг второй. Активация аккаунта. Как создать и привязать кошелек. Какие правила предусматривает система Whole World? Соглашение об участии, которое мало кто читает, а я вам очень рекомендую почитать соглашение. Статусы участников, услуги, акции, конкурсы, какие виды вознаграждений бывают. Здесь же методики и обучающие видео в этой библиотеке. Документы проекта. Компания у нас легальная. Рекламные материалы. Что такое благотворительный марафон? Решение технических проблем. Вопрос-ответ. Причем эта база знаний постоянно обновляется. И если вы не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, у нас есть служба поддержки, в которую вы можете обратиться. И также есть онлайн-консультант на сайте. Так что все в ваших руках. Свою ссылочку на проект «Всем миром» я оставлю под этим видео. Всем пока-пока!